В этом году у православных верующих нашего района празднование Красной Горки, которую также называют Антипасхой, было связано с особой радостью. Крестовоздвиженский и Иерусалимский Ставропигиальный монастырь, расположенный возле поселка санатория Горки Ленинские, посетил святейший патриарх Кирилл и отслужил здесь божественную литургию. Его святейшество встретил глава Ленинского района Олег Хромов, который приветствовал предстоятеля Русской Православной Церкви. Богослужебное песнопение исполнил хор Московской духовной академии и хор православной школы-пансиона Плёсково. После окончания литургии святейший патриарх обратился к собравшимся, говоря о значении веры в жизни современного человека. После службы в монастырском дворе можно было услышать колокольный перезвон. Так как на Светлой Седмице позвонить в колокол может любой желающий, то профессионалов сменили любители. И каждый колокольный удар нес благую весть о воскресении Иисуса Христа.